Всем привет. Ну вот, решили мы засолить салаку, которую нам подарили. Где-то на 5 литров салаки. Ну, не на 5, наверное, литра на 3 салаки. Вот мы почистили ее. Она уже без головы, без внутренности всех. Мы сделали 4-5 ложек соли и где-то одна большая ложка сахара. Ну, это можно, конечно, варьировать на вкус и цвет. Добавили туда душистого перчика. Вот все это дело, вот он перчик. Все это, естественно, перемешали. То есть 5 ложек соли морской, 1 ложка сахара, душистый перец, вот этот укроп, лавровый лист. Вот он, несколько кусочков. Ну, действительно, тут можно импровизировать по поводу засолки, кому какое нравится. Все это дело в кастрюльку бросаем и заливаем горячей, горячим кипятком заливаем. Вот, заливаем кипятком, мешаем, немножко перемешиваем, для того, чтобы все это дело растворилось наше. Опять же, с приправами тоже можно импровизировать, что хочешь, туда и кидай, грубо говоря, да. Вот, все это мешаем, ставим на охлаждение, помешали. Ну, а после этого просто берем и спокойненько заливаем нашу очищенную салаку. Вот. Она быстро впитается. Мы чуть-чуть пожмем, вот, чтобы она вся тут пропиталась. Она будет в таком рассоле. Ставим в теплое место, ну, наверное, часов на 5-6. Ставим в теплое место, пусть она возьмет соль, сколько надо себе. Вот. Ну и, в принципе, через день можно есть уже, такой слабой соли получается. Все остальное можно хранить на балконе при нашей температуре или, ну, в холодильнике, можно по банкам раскидать. Это всегда шикарная, сами знаете, закуска. К чему? Вот. Потому что это очень вкусно и здорово, и, наверное, может быть, даже и полезно, потому что не так много соли, а она свежая. Все, всем пока, всем привет, до свидания.